Дорогие, уважаемые наши подписчики, гости нашего канала, мы снова здесь. Меня зовут Таня, это мой сын Даниэль. Все, кто еще первый раз к нам попал на наш канал, он представляет новую коллекцию от японского магазина, японского бренда Uniqlo. Коллаборация двух известных артистов. Как это правильно? Дизайнер и артист. Артист это, на русском я не знаю, как это называется. Эти его любимые мишки или существа, которые с такими большими ушами, которые называются коз, да? Вот про этого артиста, как я на русском, я не знаю, как это правильно перевести. Вот эту сумочку он купил себе. Такая сейчас модная, они носят там эти книжки в школу, все остальное. Вот, купил себе брючки, купил, что еще? И пару таких вот свитерков с длинным рукавом. Вот у нас еще один прекрасный теплый сентябрьский день, и мы решили в еще один прекрасный сентябрьский день проехать по магазинам. Ну, точнее, мой сын хочет посмотреть опять в этом японском магазине бренди какой-то новый коллаб, да, или что-то новое. Какая-то новая коллаборация вышла, вот он хочет поехать посмотреть. А я в свою любимую Зару, ну, точнее, она была у меня любимая. Раньше как-то было более все такое, ну, подобающее моему возрасту. Я уже женщина взрослая, а сейчас все какие-то эти короткие топики, все такое, знаете, чуть выше живота или не прикрывает. А я люблю, чтобы было все... Еще молодая. Да, я еще молодая, спасибо, Солнышко. Да, я люблю, чтобы все было прикрыто, и поэтому хочу посмотреть, может быть, что-то новенькое, что-нибудь интересненькое. Вот, и... Ну, может быть, там у них на улице есть кафешка большая открытая. Место, где мы можем сесть, посидеть. Может быть, мороженое, так как погода шикарная. Теплая, 27 градусов. Вот. Посидим мороженое, может быть, поедим. Ну и посмотрим, что еще, чем еще можем себя, нас любимых, занять. Так что берем вас с нами. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me. Хочу заснять номер, куда мы входим. Номер 3. Потому что мы все время теряемся. Здесь парковка огромная. Сын тоже фотографирует. По ощущениям, как будто люди не работают. Среда. 12:30 или час дня. Номер 3. Рядом с Hudson Bay. Буклей. Японский бренд Uniqlo. А больше нету, да, вот этой? Да. Которую ты покупал, коллаборацию. Наверное, уже все распродали. Хорошего качества по хорошим ценам. Японский бренд. А, еще есть, да, еще остались эти. Такая белая. Ну, немного другая по качеству. $40. Вот такие вот. Да, не купил. А, вот коллаборация вот этого Каза и вот этого артиста, как он правильно называет. Что это? Какое пальто интересно, это мужское, да, наверное? $180 клеточку. Легенькое, хорошее качество. Это мой любимый магазин. Ох, аромат. Интересно, что здесь нового. Ох, если бы можно было передать аромат через камеру. Raspberry Mimosa. Вкусно.
Oh, you can smell the raspberry, like the... Все с тыковками. Ой, такое приятное ощущение, замшевое. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Такие распылители сюда вставляешь, наверное. Интересно, они выгодные? Выгоднее, чем свеча. Спрей красивый. Смотри, как клево. И вот такие штучки покупаешь. Так, 5 за $29. И это каждая за $8.29. Да. Это куртка какая-то. Там еще черно-белая такая есть. Брюки интересные. Сколько карманов? Милитари. Такие военного стиля. Сколько они стоят? $150. Там внизу я увидела оправы для очков таких для чтения. Хочу такую хорошую оправу, большую, широкую. Мне кажется, она больше подойдет, чем обыкновенно женский отдел. +1 50 1. Ха, интересные какие очки. Кот Леопольд. Базилио. Интересные очки. Бабе такие понравятся, круглые. Интересная оправа какая. Нравится? Нормально. Как ты находишь? Подходит? What about these? Давай, Дим. Одевай. Back to the future. Блин, какие небольшие. Ну-ка, спой песню про Распутин. Сейчас, подожди, я вторую шапку одену, мы с тобой сфотографируемся. Есть такая шапка? Yes. Такие вот широкие брюки. Это где мама?
Смотри, как выглядит. Хорошая юбочка. Жилетик. Интересно. $49. А какая сумочка, Даниэль? Смешные заклепки какие-то. Как я люблю рубашки в полоску. Сейчас померю вот эту рубашечку. Сколько она стоит? $60. О, какая интересная. С золотистым отливом. Вот я к тому и говорю, что они все какие-то короткие. Я одно время очень любила вот такие байкерские. Но они совсем короткие, наполовину куртки, которую я раньше одевала. Мы уже дома. Представляете, я снимала, ходила в Заре, снимала, хотела показать вам, что там нового, какие коллекции. Ну, честно говоря, особо так нового ничего не было. Интересного, прям что-то суперское, что пока... И говорю, главное, хожу, рассказываю, показываю, поворачиваю телефон, а у меня, оказывается, телефон уже зарядка закончилась. Ну, в общем, потом покажу, что я себе купила. Сын так и не нашел то, что хотел себе купить в этом японском магазине. Капюшон какую-то он видел на ТикТоке, но, скорее всего, она еще только в Японии вышла. У нас еще, наверное... Продажу не поступила. У нас пришла еда. Кстати, вовремя мы пришли. Я переживала, что они ее там у нас внизу установили замок. Такую дверь, она захлопывается. И уже если нету ключа, то невозможно зайти. Я переживала, что она растает. О, это наша уже третья коробка. Ну, что я могу сказать? Мой сын, моему сыну нравится эта еда. Он говорит, что вкусно. Она действительно сбалансированная. Там есть достаточно овощей. Есть крупы, мясо различные, достаточно сытная. Вот эта порция, она сытная, то есть ей хорошо можно наесться, даже не поев хлеба или чего-то другого. Вот, сыну нравится, то есть я ему буду продолжать заказывать эту еду, но уже в меньшем количестве. Я, честно говоря, мне не особо понравилось, но я, в принципе, сама по себе очень капризный, что касается еды. Я... Свою могу приготовить и на второй день, но еще как-то съем, а вот на третий день я подумаю. Я люблю, когда что-то... Лучше я не буду прям что-то готовить каждый божий день, но я могу перекусить чем-то, но чтобы это было вот только-только из печки. Я так люблю. А это вроде тоже свежее, это приготавливается за день до того, как это все доставляется, но все равно что-то как-то мне не очень вкусно показалось. Мусин говорит... Ты, по-моему, совсем уже не чувствуешь вкуса. Мне нравится. Я говорю, если нравится, хорошо, значит, будем заказывать себе. Потому что я себе заказывать не буду. Я уже не помню, что мы в этот раз заказали здесь. Представляете, ходила, рассказывала, показывала. Оказывается, у меня сила зарядка на этом... на телефоне. Так, о, это что такое? Your next feast is on you. А, это если вы своим друзьям предложите, если они начнут заказывать, то $60 у вас будет скидка. Так, курица с овощами. Это какая-то тоже курица, но с кашью, с орехами и с какими-то тоже овощами. Это что? Я так Italian style grilled chicken, тоже курица, но по-итальянски. Но в основном такое большое разнообразие, как курица-рыба и мясо. Все. Так, это salmon, это вот рыба, которую мы сейчас съедим сразу. Здесь, видите, кукуруза, какие-то бобовые, перчик и... рыба кусочками. И еще соус. Ко всем этим блюдам прилагается соус. Спагетти болоньез. Это что? Это биф. Это что?
Это я заказала два салмона. Это себе я тоже заказала. Чипотли. Это куриные бедрышки. Так, а это креветки. Вот. Я себе всего пару штук заказала, все остальное сыну. Сыну нравится, пускай кушает. Сейчас мы быстренько перекусим вот этой рыбкой. Рыбу надо в первую очередь съесть, а потом я вам покажу, что я купила в Заре. Так, сейчас я покажу, что я купила в Заре. Мне особо ничего не нужно было. Я пошла туда, чтобы купить леггинсы. Мне нужны леггинсы. На работе мне удобнее всего ходить в леггинсах. И в Заре мне очень нравятся вот эти вот. Особенно вот такие вот, которые сверху, видите. Вот такая вот резинка. Они утягивающие. Ничего нигде не выпирает. И они... Что мне нравится в леггинсах Зары, что их постираешь, и они опять принимают ту же самую форму, как и были. То есть не особо сильно растягиваются. Такие вот обыкновенные черные, вот с такой вот широкой резинкой, и покупила я их за 40 долларов. Так, это раз. Как вы уже смели заметить, я люблю вот все вот эти вот, всю одежду, которая в полосочку, не имеет значения, какую полосочку, продольную или поперечную. Это вот из новой коллекции. Она немножко вот такая, с какими-то, не знаю, вам видно, нет? Золотистыми нитками, такими золотистыми пумочками. Прошиты золотистыми нитками. Сзади. Такая вот, такие, знаете, обыкновенная, но удобная, приятная на ощупь. Мягенькая такая. То есть это золотые пуговички добавляют какой-то небольшой шарм. Так, она стоит 60 долларов. Так, это и вот такой вот кардиган, свитерок. Тоже, видите, полосочку. Вот тоже с золотистыми пуговицами. Я люблю вот этот стиль. Полоска и когда золотые пуговицы. Раньше одно время я очень любила пальто. У них вот эти вот стиль милитари, военные. Пальто с таким длинным. У меня это, по-моему, до сих пор, я его уже выбросила, такого хаки цвета был, с большим воротом, и вот эти зеленые большие, вот, ой, зеленые золотые большие пуговицы, такой прям военный. Вот такой вот свитерочек на пуговичках золотистых, и он стоит 65 долларов. И люблю вот такие вот полосочку. Вот сейчас вот на свету видно. Здесь, не знаю, вам видно, да, вот. Видите, как будто прошитый блестящей нитью. Симпатичная, мило. Там еще желтенькая была. Тоже в полоску. Но сын говорит, хватит, мама, все в полоску. Вся жизнь у тебя в полоску. Хватит все в полоску покупать. Черную померила, но черная была мне немножко узкая вот здесь в груди. Хотя это я взяла, эти немного оверсайз, я взяла в размере М-ку. А та была немножко прилегающая. И Элка, здесь она мне нормально, а вот в груди она мне вот так, знаете, вот стоит, оттопыривается. И поэтому я решила, что не буду я ее покупать. Вот. Что еще? Сын ничего не купил. Ходили-ходили, мы смотрели свечи. Я так люблю вот эти вот свечи, но не в следующий раз уже. Там вот body wash, или как он правильно называется. Как называется магазин? Body Wash? Он не слышит, он сидит. Да, там такие хорошие свечи были на... уже на Рождество выставили, а он, ему понравилась пенка для мытья, для купания, shower gel, и для тела body lotion. Мужской ему понравился. Ну, что-то мы снюхали-нюхали, и потом уже в конце вообще потеряли нюх, что там, чем пахнет, и решили, думаем, ну ладно, попозже зайдем уже на обратной дороге. Но так и не зашли. В следующий раз уже зайдем. Уже по времени я торопилась домой, думала, сейчас принесут еду и оставят на улице, так как у нас здесь внизу на двери сделали этот... захлопывается теперь дверь, и невозможно открыть, если ключа нету. Вот, сейчас мы перекусили, сейчас быстренько чай попьем.
и пойдем, у нас тут будет какое-то мероприятие, по-моему, что-то связано с кантри-мьюзик, в общем, музыка, танцы, шманцы, зажиманцы. И завтра школа, будем собираться в школе потихонечку, а вечерком, может быть, мороженое, может, потанцуем немножко. With